А что, если у человека нет золотой монеты для вступления в список живых? Если у человека нет золотой монеты, он может вложить что-нибудь или трудом своим, или словом, или делом, чем угодно. Если у человека нет ни слова, ни дела, ни труда никакого, если он там... Два варианта тогда, или он бомж подзаборный, или инвалид тяжкий. Если бомж подзаборный, это не к там, если инвалид тяжкий, то мы ему поможем в благотворительном режиме, но зачем вступать в список живых, если он ничем помочь не может организации? Наша организация взаимопомощи. А несчастным обездоленным людям нам проще помогать благотворительно, что мы, собственно, и делаем иногда. Так что без золотой монетки никак драгоценная монета. Обязательно от чего-то отказаться надо, хоть от малого, чтобы встать в общий строй, добыть оружие в бою. Спасибо.